У меня где-то 18 ДПС на побосе. Окей. Хз, у тебя есть блинк, типа? Не, ну там понимаешь, что моментально... Давай, ДБМ пул. Один раз я успел. Ты видишь вообще, что у тебя один человек не принял? Давай, что все приняли? Там Гера КД. Не пуль, Гера КД. Не пуль тогда уже, все. Бля, да мы Геру даем не с пула, а с полномочий. Все равно подожди, стой. Вернись, сейчас у меня уже 27 секунд. Ждем, как этот будет. Да похуй на пул. Да, в смысле похуй на пол. Это как не похуй, только похуй. 3, 2, 1. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Похуй на пол. А что, не похуй? Понял. Лагис. А у вас есть этот обман, который говорит, через сколько будет это хуйня? Ну, это хуйня ДБМ называется, но мне выключено. ДБМ не анонсит, это лучше. На 50 ну, уже сейчас будет. Гера, чё там, Гера? Проебались Гера, блядь. Вы с лужи не пробейте, сейчас будет лужа. Готовьтесь, уже подходите туда, к перископу. На стаках просто смотрите, на 50-м стаке он замораживается. Ближе к окну. Не надо ДБМа никакого. Нет, так именно вот мне лучше. По стене. Нет, не на 50-м, на 48-м даже. А лужа? Там хуй, смотря как ты поймаешь. А лучше ближе к стене. Ну вот у меня еще через 6 секунд откатит саму штанину майк. На мне была. Готовьте лужу. Зорки. Красава. Реакция мангуста. Лужа. А не было? Почему? Нас, а, была. Скринес, проходи. Готовьтесь побежать. Зорки и громко. Ну я знаю, что сделаю. Гости пришли. Погони. Скажи, я Вовку играю. Вообще нормальные люди, да. Типа прогоняют гостей, когда играют в Вовку. Там нет, к сестре. Ну так прогони, все равно что-нибудь тебе мешают. Вместе с сестрой. Типа, да, идите гуляйте, вон улица, свежий воздух. Отведи чуть больше подальше, слышишь? Сильнее хуйни. Чтоб не было куда маневрировать. Лужа. Лужа. Не вижу, на ком лужа. А, вот. Все нормально, она идеально была. Лужа. Вперед приди. Лужа. Стойте сбежать. К окну бежим? К окну. Как-никак. Бля, хуёво. По-моему, вас задует. Ладно, я стою близко.
Не задают нормально. Перебежать. Извините. А как я заевейдил эту штуку? Прикольно, вот это я жестко. Ну, сопротивление. Ну, раскаяние дошел. Сопроты есть? Нет, сопротов нету уже. Они сейчас отключили ПВЕ сопрота. Все там сопротивление есть. Полное сопротивление, полный резист. Они отключили сопрот. Сейчас он только проценты. Он не может заблочить атаку. Все. Напряглись. Все, напряглись, тихо. Зачем он напрягает? Не знаю. Луч, кто здесь? Ой, лужа. Все нормально, выжил, хорошо. Готовьтесь, лужа. Все нормально, на боссе. Да я вижу. Я не только тебе озвучиваю. Лужа. Там... Зоркого капли подсейфти на всякий случай. Нет, рано. Босс. Я сейчас давай заберу зеленый, похуй. Иди домаш. Лужа, готовьтесь. И побежали. Иди домаш. Все, похуй. Лангрис, что ты делаешь? Не надо, не драконь судьбу. Типа, твои лишние две дотки, типа, не столь роль сыграют. По синей аккуратно обходим за этим, за глобусом. Зорги, скажи, идите отсюда. Видите, у меня гнев на экране. Вы, блядь, на всю сторону лучше. Ой, встаньте, да синий луч. Все, хорошо, забрал. Лужа. Все хорошо. А можно поставить, чтобы типа потише не было, чтобы их не слышно? Лужа. Чувствуйте микрофон, а потом настрою себе. Ну, сейчас посидишь. Готовьте, сейчас лучше будет. Звука. А, он же без дискорда. Сейчас может быть лужа, а может быть сразу побежать нужно будет. Готовьтесь. Уже можете подходить к стене. Да, добью. Давай. Лучше не рискуйте, поэтому давайте лучше дадим похуй. Я бы тоже лучше отошел. Какой смысл для добить? И... Да, бля, ну вы рагули, пизда, нахуй. Вилки прожал. Пать вас, нахуй. Ну, вроде все выжили. Повезло. Но это было страшно. Шапка, конечно, пиздец. Так убого смотрится на этих, на эльфах бездны, пиздец. Прям ужас. Сейчас попробую пофиксить. Здесь справа моб, осторожно. Не, оно налево надо. Пойдемте налево. Я знаю, я говорю, что справа моб. Бля, Дита настраивается. Чувствительность микро. Да, в настройки заходишь. Ты с телефона? Да. Настройки аккаунта именно. Так, выбираешь внизу на панели? Да. Да у тебя типа, звук не меняется. Ты можешь там, ну, говорить, как говорить, типа теста. Он тебя будет показывать. А их сейчас слышно? Их слышно? Их слышно, да? Слышно, все слышно. А их нет? А их нет, ну то так устроено. Так ты скрип, пускай громче кричат, мы их не слышим. Так, ключевой босс, блядь, в этом рейде. Какой шахматы? Ключевой босс у нас уже этот, сегодня вайпнул. Мочезар, блядь. Да, шапка нужна. Пиздец, короче. А у тебя что, это есть перчатки? У меня вроде есть перчатки. Да. Бля, все ты про меня знаешь. Так а зачем тебе тогда этот, если Невер заберет? Так у меня перчатки тоже есть. Я сам первый перчатки беру. А потом Дон срулил, блядь, потом Невер срулил. И так шапка нет, упала, я блядь. Отдал же этот. В тот раз голова упала. Бля, куда меня закинуло? Срулил. В прошлый раз голова упала, я ее отдал, ну, вступил Донту просто. Нет, ты перчатки ему отдал.
Нет, в прошлый раз упали и перчатки, и голова. Перчатку сролил я, и голова, перчатка вторая была уже до этого у Донта. Я Донту уступил просто шапку. То есть там токены, ну, парные выпали в тот в то РТ. Он ебался. Бля. Так, а кому-то шахматы нужны? Мы с Донтом будем по очереди съебаться. Нет, так мне с тобой не роль еще. А новая теория, что... Ну, нет, Рос и Донт не подходят на теории. Они даже голосами похожи. Можно было бы предположить, что это тоже один и тот же человек, но, к сожалению, не одновременно. Были в рейде, одновременно разговаривали. Ну, просто какой-то следующего уровня личность. Ну, типа, да. Босс 2.0. Типа, коллективный разум. Ну, да. А как лучше, вот, Карбес или все-таки... Корбен Даллас. Не Карбес. Пускор. Чем тебе его старый ник не нравится? Анкнаунес, да, типа? Барнес? Ну, типа, Барнес тоже нормально. Ну, кстати, нужно пора... Нет, ты не понимаешь, типа, у Карнес, ну, типа, ключевое в нике — это кор. Типа, а у босса — босс. Скор-босс. Дальше, ну да. Или босс-кор. Боска. Я заебался их танчить, добивайте их нахуй. А что изменится, если ты побежишь? Я уже не танчу. Он может умереть. А чё, мне кажется, тебя просто не хилит, если ты бежишь. Ну, блядь, что я могу сделать? Прожимок нету, если чё, пацаны. И ревностного тоже. Охуенно ты придумал. Ладно, прожимка есть. Где у нас Лангрис? Куда он отлетел? Лучше было фейку брать. Нам нужно перекурить его, подождать. Ну, он вообще, он здесь тоже вылетел. Ну, типа, если он вылетел полностью, то мы можем пойти сейчас почистить трэш, ну, куда там мы ходили. Тут вот как раз пал портал, мы на портале стоим. Пойти почистить трэш к кому? К Девинам? Угу. К Деви 100%, а Купере по вопросу. Лучше подождать, типа. Подожди, я бы взял этот, ну, я бы сходил на оперу, там триня интересная, я бы ее потестил. Какая ты неинтересная? Да, которая с проком этого урона. Ну, Лангрис полностью вылетел, то есть и из Дискорда, и из этого. Ну, я же что я говорю. Стабильно. Если у него вырубит веб. Что-то пиздец получается. Давайте перекурим, да, подожди. Я не курю. Он же должен что-то... Ну, ты посмотришь, как я буду курить. Давай, запускай видео. Ты, типа, да, по видео будешь курить? Да нет, могу сигарету вам показывать. Ну, плохо. Нет, показывай, как ты именно затягиваешься. Что, возбуждает курящие мужчины, блядь? Ну, еще не знаю, я не особо их видел. Вот, наверное, нравится 40-летний волосатый, мы это выяснили. Откуда, подожди, это такая информация? Ты сказал, что ты представляешь себе 40-летних волосатых мужиков. Нет, когда... я представлял, типа, ну, Кубоба такой голос, что... Так он же голым его представлял. Я его, да, его голым представляю в душе, когда, да. То есть ему нравится не просто волосатая 40-летняя, а голая волосатая 40-летняя, уточняй. Нет, подожди, это для разных целей. Ты вот сейчас путаешь, это абсолютно две разные вещи. Все, я ушел, пацаны, давайте. Две минуты перекур. Ты не куришь, куда ты пошел? Давайте в 22:15.
Алло, Зорк, иду? А Дрюшлю шапка не нужна? Какая шапка? Т4. Ну не синюю, что ты поставил? Нет, я белый. Она нормальная. Вот это было лезло, блин. Вот это маленькая. А что, она большая-то, что ли? Большая. Аллах Акбар, походу, ребят. Ну, вечером пошли. А, подожди, а что, Сирус у всех вылетел, да? Или как у меня? Понял. Сука, я язык прикусил, пизда. Блядь, ненавижу. 8 уезжаем, сильно не заигрывайся. Пип, выходи. Блять, как же язык болит. А вот где Чиро? Краснявара нету. Ну, сейчас я захожу, подожди, давай я сейчас в чат напишу, может кто-то там со стена зайдет. Да не надо, не надо. Не надо, не надо. Что будет, блять? Да я думаю, мы так. Мы уже все сильно. Да. Я еще в ретрика немного подамажу. Думаю, хватит. Только открыл АК этот, у меня... Блядь. Сука, ебаный Сирус, как они вот эту хуйню придумали? То, что, типа, если у тебя не коннектится, то, типа, только закрыть игру в целом. Вот эту, блядь, кнопка. Ебантизм, блядь. Не бывает, да, такое. Ну, меня, блядь, она карит. Типа, ну нахуя вообще не эту хуйню придумали? Вот, блядь, толку от нее, какой от нее профит? Вообще ноль. Я вообще не понимаю, о чем-то. Ну, типа, ну, когда бывает. У тебя дискон и... типа связи нету с интернетом, он тебе типа, ну, показывает загрузочный экран и сразу это, типа, там нет подключения, закрыть, все. Ну, и, типа, и тебе приходится закрывать игру. А, ну, типа... Нет, у меня не закрывается игра. Не, бывает такое. Ну, в смысле, когда тебя дисконнектят, ну, если нет пропадает, ты просто да, в главное меню попадаешь. Да, ты попадаешь в главное меню, и ты, ну, пытаешься законнектиться. Ты пытаешься законнектиться, он не коннектится, он тебе выбивает ошибку. Ой, то только есть, у тебя у меня нормально коннектится. Ну, это у всех так. Ну, типа, когда у тебя... Нет... У меня нормально коннектится. Понял, хорошо. Клондейр, заходи, познай. Да, я уже вот... Или ты говоришь, когда ты пытаешься законнектиться без инета. Да, 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 вот это. Ну, а нахуя? Без инета, ребят. Ну, автоэт это идет. Автоматическое. Автоматический вход. У меня нет проблем таких. Ну, у меня автоматический вход, у меня быстро начинает это все прогружать, пытаться, и, типа, чувствую, что нет соединения, вот эта хуйня улетает, и все, и пиздец, блядь, типа.
Короче, пошло оно нахуй. Вот что я не могу сказать. Сука, с винограда выпал паук. Ну, это мразь, вообще ужас. Так, ну, давайте тогда бафаться, чё. Придется пробовать так. Так, ты расскажешь? Нет. А подожди, а лидерка не у меня, да? Ну и ладно. Побыл лидерами, хватит. Хватит. Посмотрели, как ты рейдишь, ну такое. Да, бля, чё вам тут рейлить, объясни мне, пожалуйста, бля. Да, два вайпа. Ну, это уже... Найс рейлиш. Такое, понял. А кого обвинять, ты виноват? Подожди, стопов, что-то не хватает. Не хватает Войда и Изука. Угу. Войд. Че, бьем, да? Инкарн спекнулся? Все, вижу. Все готово. Сейчас так, он пойдет тогда назад или как? Давай, сейчас назад пойдет, тогда уже запулишь. Пуль вот отсюда, вот с угла, вот так. А у нас же просто нету этого ДЦшки. Отсюда запулишь, переведешь вот так вот по стене, чтобы они могли вот так сразу заходить за угол. Кто это вообще человек, что мне тактику рассказывает, напомнит? Ну, извини, пожалуйста, больше не буду. Спасибо. Не думал, хуйню сморозил. 3, 2, 1. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Смотрю на пулы, Найс, у тебя в КД. Блять, 7 секунд. Что 7 ты секунд? Ты не давал на пул? Я тебе давал на пул. А почему ты был второй по агро? Потому что на пул дал, наверное. Это другая история. Угу. Что Дэнни скинул? Кинул тебе на. Переходим влево чуть-чуть. Агро охуенно вырвался. Вот сейчас был на пул. У меня сейчас на пул КД. Да, я вижу. ДПМ у меня показывает. Просто я ФД упал, поэтому я даже в агрессии нет у меня. В дверь летит. Милики, сейчас будете ходить туда, проверьте, чтобы урон не шел. По идее, не достает. Я не вижу, достает или нет. Не-не-не, только что боссом проходил, на него не ударило. Только ровно по стенке лос эти. Бля, тут, конечно, сатан какой-то такой ебаный обзор. Ну да, душно. Стоим на месте, нормально. Сколько кольцо тьмы дамажит? Достаточно, чтобы убить.
Не, так набьет немного. Ну, типа, какого размера щитов нужен, чтобы выжить? Там 5000, по-моему, урона. Типа, ну, немного, ну, типа, для этого... Подожди, 5000 урона? Тише. Будете бегать в РДД-зону, станьте там ближе к танку. А, нормально, стойте. Корнесса у нас супер. Поднимай идеальный Корнесса. Сразу забафайте его. Можете также бегать, все нормально, не умрете. Только стойте аккуратнее. У меня босса не получится перевести, поэтому бейте куда-то в бок. Не знаю, я стоял на месте и сразу умер. Ты, видимо, не... Хотя странно, ты вроде стоял нормально. Стоял нормально. Он не получал урон, как дебаф повесился, я сразу умер. Вромбик, стакнитесь. Урон не лутайте. Войд, поднимай. Корнесса. Да стой просто, ну типа, вообще просто справа от этого, от молча. Можешь еще даже правее стоять, типа. Там особо критично не будет это парирование. Давай, Геро. Забей. Понял. Даже не вижу, где именно. Пробегайте в РДД-зону, где мы стояли изначально, вас летит. РДДшники, вы сюда придвиньтесь, Крамбо. Ебаная позиционка сейчас, конечно, она пиздец. Ну, хочешь, я переведу под ту стену, в дальнюю? Не-не, нормально, просто, ну, типа... Ой, блядь. Живите. Но... Да, я хуёво упал. Очень плохо летит. РДДшники, пробегайте еще за этот коридор назад, а переводи туда место РДД. Мастер аур на огонь поставьте и дайте мастер аур сейчас. Сова, смотри, чтобы не отлетел. Да. Стойте так. Если что, в лицо перебегайте, чтобы вас не откинуло. Я нихуя не вижу, типа, ты анонсил, если кого-то будет лететь. Все нормально, летит мимо. Вправо, переходи, вправо, переходи. Дальше, еще чуть. Да, тут нормально. Даже метки поставить не могу. Ладно. Нормально, пролетает мимо. Слышишь, идеально, ты заанонси, когда у тебя типа будут проблемы. Ближе в босса, прям в босса. Встаньте все, прям в босса. Сейчас отлетите. Ну все, это 5 минус. У нас никто не хилит, да, сейчас? Падайте, это все, это вайп. Тихо, не падаем. Добиваем. Так идеального нету. Ну я живу. Я пусть. Хорошо. В лицо встаньте ему, да. Хорошо летит, стойте. Желтую джагу, да, есть. Где ты анонси, ребят? Вой, дай дождик. Метеориты. Вас летит. Подожди, да. В нас, блядь. Точно? Да, все, он в вас прилетел, вам некуда выходить. Там захилить. Да, да, хуёво летят. Это потому что это, ну, плохо упал. Надо было отвезти куда-то, не от стены, куда-то танку отвезти, потому что Корнес вставал в огонь в этот, блядь, и сдыхал два раза. Нет. Он не вставал. Корнес, он просто, я не знаю, почему он умирал, он даже в боссе вроде. Ну от чего детали, посмотри смерти.
там босс стоял нормально, ну типа unknown build, типа и не падал. Ну босс нормально стоял. Ну. А убил его инфернал. Ну значит он где-то рыпнулся не туда. Ну значит надо было босса отвести, и тогда Корнес бы встал бить босса и не сдох от инфернала. Можно бить, но не умирая. Не понял, почему здесь босс и инфернал? Он потому что стоял, если слева от босса немножко стоять, это инфернал задевает. Ты что, если Корне, босс-то стоял, ин анкнул босс стоял, и у него все нормально, он не умирал. Не знаю, что там Корнес в нем же стоял. Ну потому что анкнул, он посмотрел, что инфернал слева, и отошел справа на максимальный рейндж от босса. А Корнеса либо рейнджа не хватило, либо он на похуй просто побежал напрямую. А ну объясни ему Корнес. Два раза. Как Ник а сейчас убьем, успокойся, сейчас убьем. Всё, ты не будешь чего эти спорить друг с другом, я не понимаю. Нет, это кого-то не спорь. Кого-то первый раз мы вайпаемся на него. Да не, сейчас просто падать нельзя, 4-5 минут БРК, да. Ничего страшного, сейчас убьём. Вот дойдёт, пуляй. Четыре, три, два, один, пуля. Давайте не обогрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Зорки, вы не близко стоите? Чуть назад. Летит в милизону. Переводи влево, 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 влево. РДшники, придвиньтесь назад. Вром, встаньте вниз. Милики, кажется, да. Но бегают. Угу. Сори, нет, дропнула. Да мы уже поняли. Ну, если повезет, и мы еще раз вайпнемся на малче, тогда зайдешь. А мы же в девятером? Стоим на месте, да. Тебе штоки не нужны, ты в шоте 24, правильно? Не, мне ничего не надо там. Все нормально, да. Ну, ляма не хватило, как раз бы. Корнес, не делай так опасно, типа, бежать на ходу в каста. Страшно. Нормально. Рос, если что, ориентируйся на маршрут, что, скорее всего, нужно будет еще чуть-чуть дальше, а потом на РДД-зону перейти. Но я тебе скажу. Да я буду просто под левой стеночкой вести в случае чего. Не-не-не, там просто, ну, там первый, но туда все метеориты летят сейчас. Там закроемся.
Ну, я вижу, ну а куда, типа, других вариантов нет. На наше место лучше будет потом вернуться, ну, по факту. Я понял, я вижу, куда все. А, влетит, по-моему, в РДД зону. Нет, в миликов. Правее продвигаемся. Правее, правее, правее. Стенку упирай его. Я, короче, не очень вижу. Я смогу сквозь... Ну, а, я, вижу. Ну, и объясните, что это. Я стою в... где там... СРДД, и просто сдох. А чего? Чуть-чуть дальше надо было пробежать. Чуть-чуть. У нас БР еще нет, правильно? Есть. Есть да БР. Давай, да, сдавай, сдавай, сдавай БР. Сейчас будем уже Геру сдавать. А, понимаете. А, забав сразу дайте. Давайте, Геру, поехали дамажить. Нормально летит. Ну, в случае чего я вижу, куда вести. Я побегу сквозь вас и да. Ну, на ту сторону. На наше место, а мы тогда к стене, если что. Не-не-не, я к стене, а вы стойте там же. Там только ебано будет, если он этот... Остановится где-то оно возле вас кастик. Нет, если он остановится где-то возле вас кастик, тогда будет ебан. Это уже чтобы совпало. Ну, типа, постарайтесь адекватно двигаться. Летит, по-моему, в РДД зону. Нет, мимо пролетает нормально. Все хорошо. В миликов летит. Осторожно, передвигайся на наше место. Передвигайся, передвигайся. Все, вот там стой, хорошо, хорошо прям. Вы только зайдите в Роза. Нет, рядом стой. Хуёво, беги к нам теперь. Беги. А, не, стой, 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 все, 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 все. Блин, так вот тут обзор очень хуёвый. Ну я же типа, я нихуя не вижу, поэтому я слушаю только твои команды. Поэтому если ты уже говоришь, беги к нам. Не, все, все, нормально, нормально, стоим. Все хорошо летит. Сейчас удачно позиционка. Все. О, привет. Фортуна, мать, дай мне, блядь. Здесь глянь, и топор, и этот, и камешек. Вообще секс. Бля, ну босс пиздец тебе, блядь, машина нахуй. Прогресса. Почти ШМ. Ой, ба, сейчас 2-4, еба. Что за голова выпала? А, на ханта. Нейвер, дай шоп. Да зачем тебе? В смысле? Заебал. О, 68-69, прикольно. Нейвер, дай шоп. Зорки на один я докинул. Блядь, зорки, ну не знаю, но у меня типа такое прям. Очень жесткое желание попросить. Оставить ее себе, если честно. Да, давайте голды на все. Я и так уже, блядь, уступил их две штуки. Давайте я 15к голды дам. Да какой 15к голды, успокойся. Давай 20. 25? Нет, ну да не, дело не в этом. Ну просто я так уже двум людям уступил. Ну так такое, типа. Ты одному человеку уступил, каким-то людям. Кому? Я уступил... Я дал Донту перчи и все. Ну Донту и перчатки еще уступал тебе в первый раз. Нет. А куда мы идем? Подождите, мы на этого что ли? На шахматы? Че, там нужно кому-то что-то шахмат? Я не знаю, вы просто все так уверенно туда побежали? Не, погибли туда нужно. Давайте шахматы. Да знаю, че, у меня просто ни ассиста, ни хера нет. Да, нет, кто за шахматы, кто против. Да, кто за, нет, кто против. Трое за. Честно, трое за, против. Ну все, тогда нахер. А, нет, двое за, потому что... А что тебе надо? А, ты против? Ну, тогда только один ты за. Да, ну все. Так она, блин, дева там, ну, шея-то норм. Ну такая. Не, погибли надо. А зачем мы туда побежали вот таким маршрутом? Там же, блядь, портал был. Мне кто-нибудь объяснит? Ты зачем нам эти мувы? Типа, я не знаю, где здесь, где именно здесь портал. Да я не знаю. Сами себя подъебали, получается. Ну все, поумирали нормально. К
Куда вы, где вы? Я на погибель. Я не знаю, на погибель нужно идти в этот, у портала тэпайтесь в главный холл. Перед пустотой портал есть. Ох, блин, ебучий кражан. Так а зачем? Типа, ну, супер же хватает ДПС на все. Зачем тебе 2Т4 сейчас? Мне единственное Т4 с кражана надо, это шапка, блядь. Да я понимаю, я говорю, что ты горишь в этом плане. Ну, типа, похуй. До следующего контента еще 4 КД выпадет. Зорки, ты типа сильно прям пригораешь, но если прям сильно, ну давай отдам. Ну, типа, ну как бы я не против, конечно, уступить. Ну, я как бы против, но как бы, ну, хуй с тобой уж, типа, если ты обижаешь. Если ты уж такой нытик, да. Ну, нытик, да. Ну, иди отдам тогда. Главное, чтобы... Будешь, блядь, давать мало ДПС, блядь, пиздать она. Самое главное, что будет, он там до 4-4 не очень. Все, спасибо, ребят, с вами было приятно. Убери 15 тысяч, убери. Не, 15 тысяч это мне, я уговорил его. А, у меня не влезет, блядь. Ну, на стукису скинешь. Хорош, блядь. Бьет, блядь, серьезно деньги кидает, блядь, ёбнуто, что ли, ну, блядь. Бля, ну просто единственное, что нужно, это шапка. Спасибо, дом большой. Смотри, я живу в Ростове, ты мне двух проституток теперь должен. А зачем тебе? Ну, одна, чтобы жрать приготовила, а вторая, чтобы утешила. А вторая, чтобы посуду помыла. Ну да. Бля, да куда вам там еще одну, ебаный в рот, еще и зука усыпить. Это пиздец, ребята. Ладно, похуй. А... Смотрите, также перебегаем. О, у нас Филанга забавилась. Вообще замечательно, Мазди спел будет. Поставь, дай сиз, блядь. Ты дашь мне сиз, нет? Нет. Ну да поставь одну метку сюда, одну метку... Да похуй, блядь, на метке, погнали. Дали этот. А тебе есть метка, блядь, вот ты метка. Да я про то, что в какое направление бежать, чтобы да, люди не купили. Да похую, куда бежать. Все, я вызвал, успокоились. Все, отошли. Нет, не Лангрис, а не Изук. Так а ШП нет. А вы отойдите сюда, прям в угол, она не заагрится. Вот сюда. Да можно стоять возле нее, не бойтесь. Нет, она агрится. Типа, она поломана, она агрится. А что его не суманули, кстати? Да она не агрится, блядь. А он не грузится что-то. Блядь, ну она агрится, я уже видел не раз. Не агрится. Окей, ну встань сейчас, блядь, она побежит. Сейчас суманем Лангриса, я подойду. Угу. Он я не стоит. Могу прогрузиться, бля, интернет. Когда сразу. Она спускается, она бежит на ближайший таргет, если он находится в радиусе досягаемости. Это просто угу. Тут так работает на X4. Да тебе в школе рассказали, или ты в школе рассказал? Это я бля, просто по факту видел, я в Пугарейде был, там тип нихуя не делал, но на него сразу побежал. Что ты сделал, что нихуя не делал? Он лужу постелил. Нет, это, блядь, был хил, который, блядь, накинул ходки на танк, а танк стоял, нихуя не делал. Он просто АФК стоял, типа, вот условно, где-то вот здесь. Ну, 3 минуты КД-гер еще. Да, это, типа, ничего страшного. Геру можно потом сдать. Да, а рыбу надо. Поставьте, у нас не было людей, плюс падали. Поставьте рыбу, если есть. Спасибо большое. Так, что там с Лангрисом? Никак, нет? Я по 40 минут будем бить без него. Меня вообще слышно? Да. Да, я вообще нихуя не понимаю, блядь. За перелог не игру. Ебать, она нихуя не грузит, вообще никакого ответа. Первый ты с Беларуси, да? Кого? С Беларуси, да. Хуже. А, с России? Хуже. Куда хуже? С Украины? Хуже, блядь. Казахстан, блядь. Да нет. Да, наверное, не Украина, но ну ладно, понял. Спасибо, что живой, блядь. Сука. Смешная шутка, блядь, поперхнулся. Не понял. Ну, спасибо, что живой, ну, типа, такое. Ну, забей. Понял. А, кстати, Лан, я слышал, что у нас в России по телеку говорят?
Нет. Или ты тогда АФК был, бы. Слушай, что ты, блядь, у меня шапку забрал и не одел ее, я не понимаю? Надел. Сокет не надел, одел, надел. Почему ты не сделал это самое? Я могу сказать это пока. Почему не экипировал на себя? Ужас. Ну вот на меня. Да надо бы смотреть на пещерке. Похуй, что, пуляем без лангриса, ты не зайдешь, да? Да в смысле? Нет, так ему левая рука тоже нужна, блядь. Ну и Зуки тогда отдадим, блядь, я раз я шапку забрал. Утешительный приз. Зуки, заебись, левая рука. Тщательная РС, сука. Вот этот кинжал, который у него, это откуда падает? У кого у него? Где-то с льды. С льды разве такой есть? Угу. Да, это с алкаша, по-моему. 32-й. 39-й. 32-й. Не, у 32-й. Не, у Изуки с этого, с йога. С 25-ка. Про тебя вроде разговор был. Нет, про Изука. Про Изука? Он офнулся, он заходит в игру. Он не офнулся на номер. Да я сказал, что вряд ли мне ждать стоит. Оно, блядь, не скоро дуплится. Ну, Невер сказал ждать, мы ждем. Что мы можем делать? Ну, давайте еще две минуты. Если не меняется ситуация, то в 26 минут уже начинаем пулять. В 26 минут начинаем пулять, понял. Ой, в 46. Нет, все, ждем. 26 минут начинаем пулять. Да ладно, ну, блядь, ну, типа, объебался, ничего страшного. Так ничего страшного, мы просто ебаемся от тебя за то, что ты объебался. Будешь меньше грибов жрать перед РТ. Подожди, почему ты в пустоверте? Да я не жрал грибы, я спал. Квест на погибель брал, пока вы это молча били. Понял. Только на себя. Да все нормально, ты зашел? Ну, в игру я зашел, но он у меня нихуя не грузит. Задержка 0 пишет, и типа нихуя не могу сделать. Так дайте хоть посмотрю, что тут за шмот вообще падает. На левую руку обвисло. Ну да, я же говорил, щит на транс мне нравится. Мне левая бы, да. Рука, ну, прикольная, наверное. А, тут в целом щит нормальный на танка. Грудак тут очень жесткий на ханта. Хотя не особо сильный. Кто, Грудак? Нет. Щит? Угу. Слушай, понял. На самом деле так себе лут, ну, довольно мусорный, я бы сказал. Да ну не, а, типа, слушай, ступник, рит, мастерство, интересно. Нет, что ты хороший, или что? Не, кстати, ну реально интересно, я бы их куда-то применил даже. Лангрис входит в игровой мир. Да он входит и выходит, поэтому... Кстати, 46 минут уже. Да, идеально, что там, ты куда, далеко до этого? Сумоните, сумоньте. Все, уже взял? Сумоньте, давайте уже туда, блядь. А что, Лангрис? Зорки сейчас. Бега? Пуляем? Ну да. Я у Лангриса. Зоркова. Зорки тут? Нет. Ну, ждем Зоркова, пуляем. Подтверждает готовность. Кстати, я когда? Где-то на стриме видел. А, как вы били погибель. Как она у вас дергалась. Или не у вас? Да, она дергается, как больная. Когда я танчил ее, она не дергалась.
Она после взлетки бывает багает. Ну, ты видел, когда я танчил, она вообще не дергалась. Ну, ты просто ввел, по-моему, по фрейму, она, ну, удачно падала. Ты как-то позиционку, по-моему, в центре ты стоял, она к тебе подбегала, и ты ее разворачивал. Если ты с края куда-то ее ловишь, тогда тебе, когда ее переводишь, она начинает вот эти дергания делать. А если по центру стоишь, то нормально. То есть он как раз подходит, фрейм полный, ты по фрейму пробежал и выставил его ровно. Не очень понятно. Но готовность есть. Давайте, добавим пул. Сейчас, секунду. Добавим пул. А, так зачем добавим пул? Давайте подойдем к ней, узнаем. Не, сейчас она нет. Она при по, том, когда... Блядь, понятно. Хуяно сделали. Она не таунтится. Она не таунтится, да. Я сдал на пул. А кто ударил? Ну, было огромно 8, но, по-моему, подбежал в РДД-зону. Значит, что с РДД. Герш уже даете, и отходите РДД назад, чтобы не лутать фир. Мы вот с Войдом не лутаем. Мах-баф дайте. Идеально, если за хилом достаешь, можешь звезду в ромб ставить и не будешь этот бегать на фире. Да каково здесь хили, типа она вообще почти никого не бьет. Да, тут урона почти нет, то есть типа из луж выходить, спелить. Здесь на самом деле, типа, по-моему, нужно. Только взлетная фаза. Не, все равно, мне кажется, надо в одного хила идти, типа, нет, просто сокрудовать на взлетку и все. Больно на взлетке, прям очень, поэтому. Мне кажется, спокойно под сокрой проживет. Ну, хуй его знает. Ну, мы еще идем, блядь, извините. Подожди, там темная, да, наносит урон. Физ, по-моему, урон. Тогда физ можно темная. Даже, ну, типа, прото-ауру мастер там... давать. Физ и темная там идет. Физ от атак, а темная от дебафа. Ой-ой-ой, не крутите так. Это ее не крутит, это она лучше так бросает. Видишь, она отвлекающий удар или что-то такое. Понял. Стакаемся все в ромб, стакаемся. Все. Побежали вперед. Лужу оставляй и остаюсь здесь, танк. Все, ловишь трэш. Must dispel. Все, можете начинать играть, на пул отдал. Ну и ты говоришь, здесь типа нужно пару хилов посмотреть. Ну, одна вообще пробила, да, я вижу. Но фишка в том, что у них общий ХПС под, ну, 4К. Ну, я сомневаюсь, что в одного хила здесь все легко будет захилить. Ну, блин! Здесь по большей степени диспел. ДЦ-ха нужен по-хорошему. Ну, хотя бы ДЦ, либо ШП. РТД на дальнюю дистанцию встаньте, чтобы не бегать. И мне кажется, я рано сдал массу сокрутия, потому можно было ее сдать попозже. Когда реально начала пробивать. А я ее сдал на полетку, там она особо и не пробивала никого. А, это у нас еще не было темной ауры, потому что мы без приста. У нас нету приста бафа. Есть какой-то приста баф? Бафните? Сейчас бафну. И это мы еще в два хила. Тут 100% нужен один хил. Сейчас смотри, с темной аурой. И масса крой, как все вот здесь.
Идеально, близко стоишь, поэтому фир задеваешь. А я не достаю. А, не достаешь хилить? Ну ладно, да. Упс. А милик, видишь, с другой стороны стоят. Ничего страшного, мы просто сейчас к воротам побежим на обратно. Хотя нет, мы побежим сюда, в эту сторону. Ну да, она периодически, типа, так классно меня фиряет, что я все время стою в стенку, типа, ну, просто стою на месте, под фиром. Да бывает, нет, фиряет. Валя, да, тик хороший. Да нет, блин, я по 3 секунды стою в стенку просто. Странно. Просто смотрю, идеально, там, типа, 2-3, там, ну, там, 2-3 кадра, и уже выходит сфера. Ну, ладно. Кстати, вот сейчас, а чем меня пробило так? Я только что видел, прям, нехило так. Ну, у него там этот есть, обжигающий висок. Бежим прямо, прямо к выходу. Побежали вперед, лужа разливаешь, остаешься здесь. Вы умрете. На пул отдал. Все, можете его уешать. Ну, этот, самое время рассказать анекдот, который не успели рассказать тогда на Алгалоне, что-то про КамАЗ там. Ты, по-моему, Зорке рассказывал. Не помню кто. Я таких не знаю. Я про дверь же сказал. Ну, давай про дверь. Ну, сел. Про медведя, что сел в машину, сгорел, я же сказал тебе. Так не, я полную версию, знаешь? Ну, идет медведь по лесу. Видит, машина горит. Сел в машину и сгорел. Вот тебе полная версия. Что-то про его. Ну, есть? Нет, ничего. Вот, кстати, сейчас вообще фул этот. У меня есть ржачина, вот смотрели этот с Бибарушвили? Сейчас, что было. Мне смешно, что? Или как это называется? Мне смешно. Смотрели передачу с Бибарушвили? Там, блядь, анекдот был, я пиздец выпал. Мне смешно? Мне смешно. От анекдота? Передача так называлась. Там они анекдоты рассказывают? Ну, он рассказывал то, что ему смешно, это все обсуждали. Ну, видюхи там показывал, анекдоты рассказывал. И это, ну и что там за анекдот? Ну, смешно был. Не, ну ты его запомнил, ты там выпал просто сильно. Ну, главное, самое смешное, что он выпал с него. Не, сейчас помню просто посылки. Да, да. Можешь давай, посоветоваться давай. На этом. Можешь потренироваться на знакомых. Вот, блядь, сестры. Вот что это было сейчас этот за мув от дракона? То есть а он все, дал он, фир? Вот так он бегает, да. Не, ты не понял, не в том. Стакнулись в печеньку. Он дал бежим фир? Входу. Побежали. Антал на пул. Начинайте играть. Вы умрете.
Ебать, что он при этом побежал? Беда с башкой. Блять. Все сломали, все проебали, блядь. А че ты сел по мане, навер? А такое бывает, я типа, блядь, собаку уже, блядь, третий раз резко заебал умирать. Она под хвост почему-то бежит в фире, и когда в фире попадает под хвост, она типа умирает сразу. Не, потому я что... не понял, вот сейчас мува, типа, как, ну, типа, они же неправильно сделали механику, 100%. Ну да. Потому что после фира она не должна сразу же кастить дыхание. Потому что, ну, это не контролируется нами, мы не можем от этого отыгрывать. По офе мы должны отыграть от всего, типа, ну, чтобы убить его. А, она кастанула, то есть если бы я, например, побежал не вправо от рейда, а в рейд, она бы вас задула всех. Наверное, нужно писать баг-репорт, но... Ну, мне лень, да? Да. Кстати, можно дать Геру, потому что это ласт босс или нет? А, нет, но... нет, не ласт. Не бей, не давайте. Будет экзекутка. Сейчас добьем. На бабе нахуя Гера? Чтобы быстрее его бить. Ну, типа, это лучше дать Геру на фул босса, чем на два ляма. Слушай, ну нам, получается, Вик нужен человек. Руслан, кто-то идёт. А вы хотите Вик идти еще? Ну, по-хорошему, да. А почему нет? А почему туда не ходить? Да какой-то унылый инст. Десятка. Он и простой, и потом... Чё, потом опять собирать с бабами? Не, давайте, наверное, в другой день уже. Потому что 11... Ну, вот опять началось. Ну... Ребят, у кого завтра выходной? Лично у меня завтра в 6 утра вставать, как обычный день. Правда, у многих дела. Мы ж... если бы мы закончили в 10 часов, то вопросов нет. А так уже 11. И то еще на одного босса идем. Поэтому... досиживалось до пол первого. В принципе, тут много кто не хотят. Смотрите сами. Лично мне, ну, пофигу. Да типа просто, это, смотри, завтра вот еще пойдет этот... вторая десятка, и можно с этих двух десяток собрать 1К. Кстати, посох неплохой, по-моему. А где... А, подождите, стоп. А что происходило? Был какой-то релок? По почему... поводу. Почему уже перестал распыл с Настики создаваться? Что такой прикол бывает? А, ее... непонятно. Почему? А, ну все правильно, нет, был релок. Ты ж вылетел, и на меня перекинулся этот лидер. И причем здесь Насигис, это в рейде? Ну типа считается, что поменялся рейд. Я так думаю. Да потому нет, что, нет. Ну слушай, у меня была Бугинс, типа такая движуха, типа, когда я вот, типа, ну, брал твина себе для распыла винсты. Он тоже так, периодически отваливался. Бундамерчик, а кому-то нужна эта опера? Так, блядь, ну, я бы сходил в оперу. Типа, мне там ботинки нужны. Ну, давайте уже тогда фул да закроем, что у нас тут осталось. Типа, если мы не собираемся. Я вообще не понимаю, давайте тогда можете... хуй забьем на эти два босса и пошли лучше их закроем. Пока нормальный рейд. А что выки нужно? Давай начнем еще с этого. Ну там посох с валик и оффхенд и кинжал. Три вещи. Топовые. Я могу. Типа, если все пойдут, я пойду. Ну давай клик побыстрее, он полчаса. Он полчаса закрывать, там нехуй закрывать, у нас ДПС. Ну пошлите тогда этот в ИК. Какая этих двух когда? Да нахуй они тогда нужны. Да, бля, я не понимаю, типа, как шея, вы можете оперу не закрывать. Бисовая этот падает с оперы. Бисовые ботинки. На всех причем. Это какие, латные? Нет, тканевые. А они кому-то здесь нужны? Всем. Блядь, кому ты всем? Никто, блядь, не писал, ничего не писал по поводу оперы. Так они мне шарят, что это за ботинки. Сейчас посмотрим.
Лангрис вроде я как линкану сейчас. Я знаю, что я с йога 39-й падают. Вот, это, блядь, ну разве есть лучше ботинки, чем эти? Вы их не выбросите до конца своей жизни. А, ты насчет того, что ТП в Долоран? Блядь, 30-минутные, да. Спасибо, я на маге играю. Это хуйня. Ну ты один, блядь, на маге играешь. Вот лучше. Ну, я за 39-й с крит-хастой нормальный. Да он, а про то, что он вообще, в смысле, про то, что эти туфли с ТП в Долоран. Типа, не знаю, мне кольца и камня хватает более, чем с головой. Какого кольца? Долоранского. А, так у тебя кольцо есть.